Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, как эффективно покупать токены через Telegram-бота, в частности, о боте Троян. Мы обсудим, почему этот бот так популярен, взглянем на его статистику и разберем его функционал, чтобы вы могли уверенно начать торговлю. Давайте начнем с анализа. Троян занимает третье место среди аналогичных ботов с почти 7 миллиардами долларов торгового объема за все время. Однако за последние 7 дней этот объем составил 198 миллионов долларов. Примечательно, что 75% пользователей предпочитают блокчейн Solana, 14 эфир, а также 8,3% Binance Smart Chain. Почему же Solana так популярна? Все довольно просто, она привлекает множество новых проектов и обеспечивает удобство и пользование. Трейдерам это выгодно благодаря высокой скорости транзакций и низким комиссиям, что делает ее очень привлекательной для торговли. Многие выбирают Telegram-ботов для торговли на децентрализованных биржах, потому что это позволяет быстро реагировать на изменения рынка. Ручная торговля занимает больше времени, вам нужно выбрать пару, ввести количество токенов и подтвердить транзакцию, что может быть довольно утомительным, особенно при работе с волатильными токенами. Изменения цен могут происходить за секунды, если ваше отклонение от цены больше стандартного слиппейджа в 2%, сделка может не пройти, даже если вы уже потратили время и платите комиссию за газ. Теперь давайте перейдем к основным функциям бота. Основные кнопки — это buy, покупка и sell, продажа. Чтобы активировать их, нужно включить advanced mode в настройках. Первое — это лимитные ордера. Вы можете установить цену, по которой хотите купить или продать актив, и бот выполнит сделку, когда цена достигнет вашего уровня. Это особенно полезно на волатильном рынке. Второе — это копи трейдинг, функция, которая позволяет автоматически копировать сделки опытных трейдеров. Это хороший способ поучиться у лучших и использовать их стратегии. Третье — это автоматизация. Бот поддерживает автопокупку и автопродажу, что поможет вам фиксировать прибыль или минимизировать убытки без постоянного наблюдения за рынком. Чтобы максимально использовать возможности бота, важно правильно настроить параметры. Fast Mode позволяет совершать сделки за менее чем 2 секунды, что очень критично на волатильных рынках. Confirm Trades добавляет уровень безопасности, требуя подтверждения каждой сделки. Это предотвращает случайные покупки или продажи. PNL Vaults – отслеживание ваших финансовых результатов, позволяющее видеть, сколько вы заработали или потеряли на каждой сделке. Давайте рассмотрим пример на токене Billy. Вы вводите адрес токена, отключаете автопокупку и нажимаете кнопку «Купить» на 0.5 SOL. Сделка проходит мгновенно, и токен появляется на вашем балансе. Вы можете легко посмотреть информацию о купленном токене, его текущей цене и рыночной капитализации. В разделе копи трейдинга вы можете следить за успешными трейдерами. Для этого просто выберите трейдера, которого хотите копировать, и настройте параметры, такие как процент от суммы покупки. Это поможет вам следовать за более опытными трейдерами и повышать свои шансы на успех. На этом, думаю, пожалуй, нужно заканчивать видеоролик. Сегодня вы узнали, как просто и эффективно можно зарабатывать с помощью снайпер-бота Троян. Не забывайте, что правильное использование бота может значительно увеличить ваши шансы на успех в криптоторговле. Все важные ссылки и ресурсы будут в описании под данным видеороликом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своими торговыми историями в комментариях. Удачи вам в торговле и до новых встреч на нашем канале.